Свой забег продолжают организаторы благотворительного марафона «Добрый Архангельск». Сегодня новый этап – новогодняя ярмарка. С места событий передает Юлия Ершова. На этих товарах вы не найдете ценников. Новогодние игрушки, прихватки, открытки – все это сделано руками волонтеров. Ребятами из техникума строительства и городского хозяйства, детского сада «Полянка» и 95-й школы. Это не принуждает ничем, и при этом мало приложил усилий, а счастья очень много. Сегодня эстафету марафона «Добрый Архангельск» приняла организация «Дорога жизни». Именно они организовали эту благотворительную ярмарку. Вырученные деньги пойдут на подарки многодетным и малообеспеченным семьям из округа Воравино-Фактория. Мы уже участвуем в этом «Добром Архангельске», мы уже участвуем не первый год, это уже наш третий опыт. Но первые вот два раза до этого мы когда участвовали, мы были просто как получатели, и первый раз мы сами организуем мероприятие. Рядом с волшебной лавкой мастер-класс для детей. Из кусочка ткани и ниток ребята учатся делать куклу-оберег. Я решила сделать куклу, чтобы она меня оберегала. А от чего оберегала? От несчастий и от напастей. Постепенно товар на прилавках исчезает. У покупателей счастливая улыбка. Сегодня они помогли скрасить чей-то новогодний праздник. Приобрели вот такие замечательные игрушки. Мы подарим их нашей младшей дочке Настеньке. Она, я думаю, будет очень рада. Ребята молодцы. Так постарались, сделали очень красиво и интересно. Марафон «Добрый Архангельск» продлится до 20 декабря. Узнать о других благотворительных акциях можно на сайте или по телефону. Юлия Ершова, Владимир Орлов, «Вести Поморья».